Добрый день! Сегодня я покажу вам, как закрыть задний шов на горловине киперной лентой. Вот этот вот шов мы будем закрывать. Для этого мы будем использовать вот такую вот киперную ленту шириной 12 мм. Можно также использовать и ленту уже 7-8 мм. Один конец ленты подворачиваем и будем обрабатывать задний шов от одного плечевого шва до другого. Шить будем, стараясь максимально попасть в предыдущую строчку, а точнее в строчку от левой иглы оверлока. Обратите внимание, верхняя нить у меня розовая, так как киперная лента розовая, а нижняя нить белая, так как основная ткань, в том числе и вот ткань спинки данной туники, белая. И теперь будем строчить по другой стороне киперной ленты. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал.